Хотите прорекламировать свой бизнес? Станьте участником программы «Апельсиновое утро». Информационно-рекламный сюжет, гость студии, партнерская страничка или спонсорское участие. Мы подберем для вас идеальное решение. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град». Одежда ведущим предоставлена сетью мультибрендовых бутиков «Шопоголик». Будь модным вместе с «Шопоголик». Макияж и прически ведущих сделаны профессиональным стилистом Анной Визард. Стань неповторимым вместе с Анной Визард. Да, да, мне кажется, классно. СМС пришла, наверное, потом отвечу. Блин, вот так всегда, когда руки заняты. Представляете, как было бы классно, если бы можно было мысли сразу преобразовывать в текст. Да тогда все мужики вообще в конец бы обленились, мне кажется. Но, девчата, шутки шутками, а в Самаре, между прочим, уже вовсю ведется разработка интернет-терминала, внимание, для общения с помощью силы мысли. Да ладно, и как это работает? Слушай, технология создана, на самом деле, уже давным-давно советскими нейрофизиологами и нейропрограммистами. Суть ее очень простая. Система представляет, и прототип устройства на данный момент представляет собой некий гаджет с проводами, который крепится на голову и улавливает энергию там, нейронов, которые все это переводит в текст. Сама технология создана для тех людей, которые, естественно, не могут двигаться и говорить, и общаться таким образом. Пока она несовершенна, но за минуту 5-6 символов выдают. Мне кажется, это круто. Слушай, на грани фантастики. А самое шикарное, что это все у нас в Самаре на базе сам ГМО. Есть чем гордиться. Заглянем в будущее. Так. Илюша, это я тебе мысленно передаю смс-ку о том, что нам пора идти в студию. Согласен, девочка, пойдемте. Спасибо, Аня, за шикарные причесочки. Спасибо. Пока. В этом выпуске неугомонные самарские старушки, угнавшие трамвай, говорящая японская девушка-робот, советы по фитнесу, а также интервью с героями новой программы сериала «Горящая линия». Ну и, конечно, традиционный розыгрыш призов. Ты спаси скотинушку, нашу сиротинушку, всю животинушку, в поле да заполем, в лесе да залесом. В лесу за широкими горами, за широкими долами. Дай ты скотине траву да воду, злому медведю пень да колоду. Лен, получилось? Получилось, Илюша, только я не понимаю, что получилось. Ну подожди, ну как же, в этот день, Леночка, 6 мая, в старину на Руси молодежь так. Первый раз после зимы выгоняла скот. И считалось, что если она вот таким ритуалом его, как говорится, проводит, это даст хороший удой. Поэтому я вот как бы нашу студию тоже решил немножечко так благословить на хлебосольные эфиры. Ну, что я могу сказать? Получилось! Доброго утречка, красные девицы, добрые молодцы! Ну, шутки шутками, Илья, ну как приятно, что наконец-то наступила теплая погода, солнышко, травка зеленеет, настроение прекраснейшее. Да, а в России сегодня, между прочим, тоже отмечают замечательные праздники. Это день святого Георгия Победоносца, Ярилы Вешнего и Дажды Бога, поэтому мы так необычно и со славянским уклоном начали сегодня наш эфир. И прям, знаешь, настроение такое сразу, прям танцевать хочется. Слушай, вот с таким танцем ты бы очень подошел для одного интересного ночного клуба, который, кстати говоря, пополнил на днях коллекцию книги рекордов Гиннесса. Да, как это, самый как... маленький самый... клуб. Да? Маленький. А на сколько же он человек? На 6. 6 человек? 6 человек плюс диджей. Это как они там все вообще танцуют? Вот так же, как ты. Вот примерно так же, как ты. А, ну вот же, смотри. Слушай, он же выглядит как шкаф. Ну, в принципе, так и есть. Это, Илюша, знакомься. Так. Клуб 28. Самый маленький клуб, открытый в Великобритании жителями Роттерема Стивом Робсоном и Джерардом Дженкинсом. Так. Камерное заведение рассчитано, как я уже сказала, максимум на 6 гостей и одного диджея. Несмотря на крайне скромные габариты, обрати внимание, высота всего 2 метра, длина и ширина примерно по 1,5. Сооруженный из дерева, расписанный граффити, он имеет полный комплект профессионального звукового и светового оборудования, танцпол, дискобол размером с наш апельсинчик и даже ограждением на входе. И что-то мне подсказывает, что там стоит очень злой пейсер. Слушай, ну это реально круто, но мне кажется, туда вот компании точно не пойдешь. Так, вдвоем, если аккуратненько, с кровотачей. Ну, ты знаешь, девушку на свидание пригласить. Да. И как раз... А поехали в клуб, охватило только на этот. Все понятно, ребята. Слушай, это крутая новость, а вот как тебе такая? Дело в том, что нас с тобой, как журналистов, совсем скоро могут подвинуть роботы-гуманоиды. Я не верю тебе, Илюша.
Леночка незаменима. Дело в том, что, внимание, китайское новостное агентство Синьхуа обзавелось первым роботом-гуманоидом, которого зовут Джиа-Джиа. И она, потому что выглядит она как женщина, может даже брать интервью, внимание, и давать интервью. Посмотри, как она выглядит. Ой, какая милашечка. Джиа-Джиа в состоянии поддержать диалог. У нее даже изменяется мимика лица. Но она пока еще далека от тех образцов продвинутых роботов, которые все помнят по фильмам «Бегущий по лезвию» или «Искусственный интеллект». И, кстати говоря, в ответ на приветствие она отвечает: «Рада вас видеть». А на вопросы о возрасте, задумавшись, может сказать: «Это секрет». Также она может рассказать о том, кем она является и чем занимается. Но это же просто. Слушай, ну прям настоящая женщина, судя по тому, как отвечает на вопрос о возрасте. Но на самом деле, Илюша, возраст ничто. Да. Я тебе расскажу одну новость про наших самарских пенсионерок. Мне кажется, я тоже не раскрою вам секреты, насколько мне. После первомайских праздников, ну вот буквально после демонстрации традиционной на площади Куйбышева, две наши замечательные пенсионерочки, самарчанки, немножечко употребив горячительного, почувствовав себя чуть-чуть шальными императрицами, угнали трамвай из трамвайного депо. Что сделали? Угнали трамвай пенсионерки? По скольким лет? 59 примерно, не хотела говорить, но пришлось признаться. Раньше, как выяснилось, две эти очаровательные старушечки работали на этом самом маршруте. Одна водителем, вторая кондуктором. Они решили, знаешь, вспомнить молодость. Обычно же женщина, это типичный женский поступок. Женщина обычно, когда напивается, они что, звонят своим бывшим, да? И начинают. Или катаются на своем бывшем трамвае. Или катаются на бывшем трамвае. Шикарно. Между прочим, за время своего дерзкого угона они успели бесплатно перевезти 250 пассажиров. Гордимся нашими. Да. Но мне очень хочется на самом деле быть в старости такой же вот бойкой старушкой. Я буду врываться в телестудию сюда, где уже будут работать молодые стройные ведущие, выгонять их из-за нашей с тобой кухни и пытаться вести эфир. Да, я вот к весне тоже, не к весне, и к лету пока не очень готов, поэтому предлагаю, чтобы тебе быть бойкой старушкой в будущем, а мне как бы красивым альфа-самцом сейчас. Пойдем позанимаемся спортом. Пошли. Всем привет, меня зовут Даша, я персональный тренер, и сегодня я вам покажу пару упражнений на укрепление рук, а в частности трехглавой мышцы плеча. Итак, первое упражнение – это обратное отжимание. Техника выполнения следующая. Руки мы ставим чуть шире плеч, отводим ноги вперед и таз приподнимаем. Выполняем опускание вниз и с выдохом возвращаемся наверх. Следим за тем, чтобы плечи мы направили назад и локти при опускании тоже направлялись назад. Также внимательно следим за тем, чтобы таз у нас уходил под скамью и поднимались только с помощью рук. Не поднимайте таз, а только руками поднимайте себя. Выполните это упражнение 3 подхода по 15 повторений. И этого будет достаточно, вы очень хорошо прочувствуете трицепс. Второе упражнение – это отжимание с узкой постановкой рук. Внимательно здесь следим за исходным положением и за техникой. Руки мы ставим под плечо, подкручиваем таз, живот втягиваем и чуть вводим плечи назад. Медленно опускаемся вниз, направляя локоть точно назад вдоль талии. И также с выдохом мы поднимаемся наверх. При выполнении этого упражнения наблюдаются две самые основные ошибки. Первое – это то, что вы выполняете движение как бы рыбкой. Вы должны опускаться одной прямой линией и подниматься также одной прямой линией. И вторая ошибка – это то, что вы разводите локти в стороны. Старайтесь точно их направлять назад, чтобы в работу максимально включался трицепс, трехглавая мышца плеча. Сделайте это упражнение также 3 подхода по 15 повторений. И трехглавая мышца плеча тоже скажет вам спасибо. Можете выполнять эти два упражнения как в сете вместе, так и раздельно. Выполняйте, тренируйтесь в удовольствии, будьте счастливы. Всем пока. В этом году вы занимаетесь бесплатно. Илюша, а ты давно заглядывала в наш аккаунт в Инстаграм? Так, а что там? Ты знаешь, там недавно появилось сообщение от интернет-тролля. Ты знаешь, что такие интернет-тролли? Ну, вообще, да, те люди, которые, соответственно, пишут какие-то негативные, злобные комментарии в интернете, да? Я почему-то так и думала. Ты знаешь, пока гуглила, наткнулась на очень интересную новость. Так. Кондитер из Нью-Йорка, некая CatTech, начала печь специальные торты для интернет-троллей. Они так и называются, Troll Cakes.
Так, а в чем суть этих тортиков? Суть очень простая. Сообщает об этом местная газета. Доставка торта со злобными комментариями. Тех же самых людей, которые пишут комментарии, им приходит тортик вот с этим же... С этими же самыми противными комментариями отправляется по адресу обидчика. За дополнительную плату Кэт даже готова сыскать этого самого интернет-тролля и доставить ему торт лично. Слушай, мне кажется, крутая идея, и на самом деле сейчас молодежь максимально и мегаактивна, и мегакреативна, и самое, что приятно, не только американская, но еще и наша. Не могу с тобой не согласиться, и именно поэтому мы с тобой давай познакомимся с нашими гостями. Сегодня на нашем оранжевом диване Сергей Бурцев, директор Самарского дома молодежи, и Сергей Фроленков, победитель в номинации Гран-при конкурса «Студент года 2016». И как ты уже понял, мы сегодня поговорим об очень талантливых студентах. И это прекрасно. Ребята, расскажите в двух словах, что из себя представляет конкурс «Студент года». Ну, вообще, на самом деле, студенты в Самаре очень талантливые, в Самарской области. И не зря этот конкурс зародился здесь у нас еще в 2012 году. К слову, значительно раньше, чем всероссийский. Сейчас уже есть российская национальная премия «Студент года». Конкурс является составной частью этой премии, но здесь у нас он появился значительно раньше, уже потом федералы, так сказать, перенимая опыт. Слезали. Внедрили его на все территории России. Мы смотрим совершенно по разным направлениям талантливых студентов в разных номинациях. И выявляем лучших из лучших. Вообще конкурс дает возможность не только выявить лучших студентов, но и таким образом, упрощает некий там карьерный лифт, карьерный рост этих ребят. Ну, как минимум способствует этому прыжочку, да. Сергей, в двух словах, расскажите, каково это быть студентом года и вообще что дало вам возможность выиграть его? Вот за счет чего это произошло? Ну, первый вопрос, каково быть студентом года? На самом деле это очень круто, потому что даже тебя начинают узнавать не только твои близкие друзья, поддерживать, хвалить. В первую очередь, наверное, благодаря своему университету, потому что Самарский университет путей сообщений является такой для меня основ, потому что все зародилось именно там. Там я вступил в движение студенческих отрядов, развивал это движение, был комиссаром отряда, командиром отряда, командиром штаба студенческих отрядов. На сегодняшний день являюсь аспирантом университета, совместно с первым проректором Максимом Алексеевичем Гарайным выполняю аспирантскую свою, пишу работу над аспирантской работой, диссертацией. Ну и в целом движение студенческих отрядов, конечно же, сыграло большую роль. Вообще вот мы так, может быть, кого-то напугали, на самом деле не стоит бояться, надо подаваться на конкурс по той простой причине, что в конкурсе есть и обучающий момент, есть общение со сверстниками, вот это важный момент. Есть различные этапы, и в любом случае каждый человек, попав в отборочный тур этого конкурса, он уже приобретет как минимум знания какие-то, как минимум новых опыт, друзей. Новых друзей, да, совершенно верно. Ну, тогда я бы предложила вам обратиться прямо на камеру к тем студентам, которые сейчас прильнули к нашим экранам, и немного их мотивировать. Для того, чтобы они как можно скорее... Зарядись. Давай, да. Сереж, как победитель? Как победитель? Я скажу правду, надо участвовать, не бояться, подавать заявки. Я вот тоже победил не с первого раза. До этого участвую первый год и второй, чтобы те ребята, которые уже участвовали в конкурсе, не отчаивались, не думали, что их труд будет незамечен, а действительно подаваться, заявлять о себе. Конечно же, для меня это главное признание, но и, как я всегда говорю на встречах, небольшие подарки в виде премии губернатора Самарской области, там планшетов, компьютеров, ноутбуков, которые получают победители, тоже мы вам обещаем. Ну и самое главное, это участие в таком действительно масштабном, грандиозном событии. Огромное количество новых знакомств, друзей, идей. Я считаю, что это достойно внимания, как ни крути. Когда ты выходишь на сцену МТЛ-арены, и на тебя смотрят 2500 студентов. На самом деле, не каждый день такое можно пережить. Конечно. Завтра не каждый день награждают. Поэтому, ребята, давайте каждый день становиться лучше, в первую очередь, чем ты себя был вчера. Да. И каждый день одерживать победу над собой. Ребята, спасибо вам большое. Слушайте, у вас впереди столько работы, поэтому мы вам вручаем сочный символ нашей программы для витаминок. Спасибо. Тише едешь, дальше будешь. А вот если не ехать, а вовсе ползти, то можно и ценные призы выиграть.
Бег в ползунках или бэби-кросс, прокатившись по стране, добежал таки и до Самары. И в этот день десятки юных и, вполне возможно, в будущем настоящих спортсменов впервые в своей жизни приняли участие в реальном состязании. У нас состоялся самый яркий, наверное, и самый милый праздник спорта, потому что в этом соревновании принимали участие дети от 7 месяцев до 2 лет. Наверное, это действительно самый потрясающий праздник. И кто знает, может быть, из этих карапузов потом будут настоящие чемпионы. Главная задача участников была проползти определенную дистанцию. Это было 5 метров. Конечно, для таких карапузов это было нелегко. Помогали им любимые тренеры, мамы, папы, бабушки, дедушки. И все-таки у нас было очень много кто полз очень быстро, шустро. Это только со стороны все кажется так просто. А ведь на самом деле здесь помимо физических данных нужна и тактика. Как помочь своему ребенку ползти быстрее, да еще и в нужном направлении. Здесь уже каждый родитель выбирал свой собственный и оригинальный способ. Ну а победа досталась самым проворным и находчивым. Мы решили прийти на этот конкурс всей семьей, потому что верили в победу нашего сына. Пришли, решили поучаствовать, так как мы очень быстро ползаем. Да, нам очень понравилось. Очень хорошая организация, очень интересно, красочно. Детям тоже нравится. Несмотря на всю серьезность взрослого подхода к соревнованиям, для детей это, конечно, в первую очередь праздник. С представлениями, конкурсами, призами и возможностью просто поиграть со сверстниками и весело провести время. Решила, что ребенку не помешает общение со своими сверстниками. Побольше радости внести в праздника, в обыденную жизнь. Собрались, решили, что будем смелыми фермерами, смелыми, умелыми. Группу поддержки себе нашли. Тетя нас поддерживает. Наша тетя, да, Римочка. Вот, и не пожалели. Очень весело, очень интересно. Пускай мы не первые, но зато было весело. Наш первый финиш. Мы молодцы. Бэби-кросс – это не просто праздник, это не просто первое соревнование, но для многих это первый выход в свет. Мы рады, что причастны к этому. Растим юных чемпионов. Ура! Организатор конкурса «Бэби-кросс» в Самаре – издательский дом «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Узнавай первым! Ну а теперь, Илья, немного о традиционных подарках от телепрограммы «Апельсиновое утро». Сегодня мы разыгрываем сертификат на очень классную и крутую барную викторину, названную в честь известного ученого Эйнштейна. А вот теперь мы мысленно отвечаем на вопрос, который у всех возник, что такое барная викторина. Друзья, это формат спортивного «Что, где, когда», брейн-ринга, в общем, интеллектуальной викторины, но которая проходит в баре. То есть вы можете взять какой-нибудь напитка, который нравится, именно вам придется вам по вкусу, соответственно, заказать себе еду покушать. И с друзьями просто отвечать на классные, интересные вопросы, но вот в таком отдыхающем формате. В общем, ребята, это классный досуг. Весело, зажигательно и, самое главное, очень-очень полезно, потому да, что здорово познавает, да, развивает интеллект. В общем, Илюша, сейчас мы зададим тебе вопрос и будем ждать правильные ответы. Давай, я очень волнуюсь. Обратите внимание, сейчас, друзья, внизу появился тот самый волшебный адрес нашей электронной почты, на который вы будете присылать свои правильные ответики. 10-й правильно ответивший получит сертификат на игру на целую команду из 10 человек. Да, все понятно, Леночка, вопрос. Я сейчас сам попробую ответить. Давай. В советские годы граждане назвали X Андроповкой. Одно время про X даже говорили: вот он добрый какой, Андропов. О чем идет речь? Что такое X? Так, у меня есть же по правилам 66 секунд на рассуждение, все. В общем, Илюша, ты пока рассуждай, а вы, уважаемые телезрители, как можно скорее присылайте правильные ответы. Ладно, я еще подумаю, но пока предлагаю объявить об еще одном конкурсе, в котором мы разыграем целых 3 книги, потому что, дабы отвечать правильно на вопросы интеллектуальных викторин, надо много читать. Поэтому, ребята, 3 потрясающие книги мы прямо сейчас разыгрываем в нашей группе ВКонтакте. Все, а я пока думаю, так, Андроповка. Леночка, мы вовсю готовы продолжить наш эфир. И посмотри, какие очаровательные люди сидят перед нами. Развеселые, позитивные. Хоть и не студенты, но очень талантливые. Да, и, собственно, Ирина, Максим и Кирилл. Ребята, доброе утро всем, пить уни. И мои воздушные Собственно, силы. С чем пожаловали, хотели бы мы вас спросить, если бы мы разговаривали на старославянском. А так мы зададим вопрос очень простой. С чем пришли? На самом деле, многие, возможно, уже видели то, что
на телеканале «Скат ТНТ» появилась новая программа «Горящая линия». Мы долго ее анонсировали, долго проводили конкурсы, кастинги. И вот на прошлом... Подогревали. Да, нашумевшие. Да-да-да, разогревали все это, вешали как можно больше занавесок тайны. Вот, и наконец-то все это открыли на прошлых выходных в субботу, когда был первый выпуск. Если ее кто-то не посмотрел, то на YouTube, на канале «Горящая линия» можете посмотреть первый выпуск, а второй... Можно будет посмотреть сразу после нашей программы «Апельсиновое утро». Сегодня? Точнее, ваша программа. Ну, в общем, я запутался. Ах ты, хотел бы я сказать. На самом деле, программа... На «П», но скоро перебищу. Очень интересная. В том плане, что когда мы садились ее задумывать, мы хотели сделать стандартную телевизионную программу. Но когда начали продумывать сценарий, какие-то ходы, то выяснилось, что очень много постановочных сцен, и поэтому теперь это какое-то сочетание сериала, реально, сериала и какой-то программы. То есть некое реалити, так или иначе. Давайте для тех, кто вообще не посмотрел, вот те несчастные, которые не посмотрели первый выпуск программы. О чем «Горящая линия»? И прежде чем ты ответишь, Макс, подожди. Я передам Кириллу микрофон. Погоди, я пока формат даже... Они тоже говорят, ребята. Мы сидели и молчали, да, как говорится? Кирилл, расскажи. О чем программа? Ты мне скажи, как ведущий. Я могу тебе рассказать, с моей точки зрения, о чем программа. Программа в данный момент о любви. Так, я считаю, да, весна, это не просто сериал, это даже программа о любви, где... Теперь мы понимаем, зачем Кенира здесь. Да, главный ведущий и наш, собственно, режиссер Кирилл влюбляется на протяжении всего нашего шоу, влюбляется в прекрасную модель Ириночку. Сейчас я передаю микрофон Ириночке. Ира, можно сказать немножечко, может быть, о кастинге, о том, как она попала в проект, о Москве. Максим, ты уверен, что нужно всем рассказывать, как я попадаю на телевидение? Да, кастинги у нас проходили в несколько этапов в разных торговых центрах города. Так. Я прошла полуфинал. На удивление для всех, наверное. Ну, кроме Кирилла, конечно, он ждал меня в программе, это очевидно. Да. На самом деле, то, что мы снимаем, это все не постанов. Спасибо, Кирилл. Резкий звонок в Москву и сказал, давайте одобрим. В общем, я одно могу сказать, пока ничего не понятно, но как минимум весело, забавно, да, и хочется слушать ребят. Я предлагаю задать этот вопрос главному режиссеру нашей программы. Максим, он у вас главный, да, ребят, все понятно. Думаешь, как мы здесь оказались? Максим заплатил сам себе. Попросите его к народу, пожалуйста. А какой был вопрос? О чем программа, Максим? О чем программа? Помимо любви, программа на самом деле посвящена нашим реалиям и проблемам, социальным в том числе. На самом деле, многие наверняка тоже уже слышали о том, что в Самаре, да и не только в других городах, открылся сайт по поиску и предоставлению услуг, новый, который сейчас борется с другими конкурентами. Так вот, на этом сайте можно, да, оставлять отзывы о клиентах. Плохие или отрицательные. Реальные. Плохие или отрицательные. Или негативные. Ну, можно и чуть-чуть добавить позитивные. Да, жалобы. Да, жалобы. Можно, конечно, и положительные тоже. Так вот, задача главных героев искать эти отзывы. Так. Желательно, конечно, негативные. И лететь на выезд, так сказать, вот по этому горящему звоночку и проверять, насколько действительно плох или... хорош тот или иной исполнитель. И вот у нас в съемках есть постановочные кадры, есть реальные. И вот к пятой серии мы обещаем, что вообще будет просто бомбический сюжет, выпуск с драками, взрывами. Так сложилось. Да, у нас вообще все как-то складывается очень вот так вот, но... Да, но нам нравится. Это эксперимент, я считаю, очень неплохой. Стараемся как можем. Получается, в принципе... неплохо, как минимум, для оригинального телевизора. Главное, чтобы вы сами в это верили, ребята. Да, да, спасибо. Как реагируют исполнители на то, что к ним едет телевизионный ревизор? На самом деле, как ни странно, все-таки камеры уже многие перестали бояться. Мы были и на автомойках, мы были в ресторанах, то есть, в принципе, везде встречают нормально. Не всегда пускают на кухню, не хотят пускать на кухню, но мы ломимся, там что-то остается за кадром, что-то в кадре. Вот, кстати, вы посмотрите все, что остается и не остается. По субботам в 11:30 будет выходить наша программа сразу после «Апельсинового утра». Молодец, молодец. Некий потребительский экшен, правильно я понимаю? Ну, пусть будет так. Первый раз слышу такую формулировку, очень хорошо. Потребительский экшен, очень круто. Думаю, руководству из Москвы очень понравится такая. Ребята, дарим. Спасибо. Слушайте, ну, мы предлагаем что? Во-первых, вам проверить
на сочность нашей апельсины. Один себе заберу хоть раз. Ты их раздаешь, получай. Вот какая красивая рокировочка. Слушайте, ребята, вам удачки. Мы сейчас, после того, как завершается программа «Апельсиновое утро», никуда не отходим от телевизоров, а продолжаем смотреть «Горящую линию». Да. Ребята, для вас там много чего интересного. Генеральный спонсор программы «Горящая линия» – сайт «Книга услуг». «Книга услуг». Зашел и нашел. Одежда ведущим предоставлена сетью мультибрендовых бутиков «Шопоголик». Будь модным вместе с «Шопоголик». Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град». Ну что же, уважаемые телезрители, завтра, 7 мая, кстати, Илюша, будет праздноваться День радио, поэтому не забудь поздравить всех наших коллег. И буквально через пару дней наш всеми любимый, самый светлый, самый счастливый праздник, 9 мая, День Победы, и мы будем поздравлять уже всю страну. И, кстати, Илюша, мы же с тобой нашли очень интересный факт, который объединяет эти два праздника. Ну-ка, расскажи. Да, ребята, мы хотим вам рассказать, может быть, напомнить, может быть, кому-то освежить, а может быть, для кого-то вообще открыть эту новость. Дело в том, что знаменитая вышка Попова, ну, человек, который придумал радио в свое время, самая первая и самая большая была у нас в Самаре, ну, на тот момент еще в городе Куйбышев, и, собственно, находился она в районе поселка Новосемейкино. Себя она представляла большое здание, состоящее из двух этажей, под землей и над землей. И все это с 4-метровой бетонной стеной. И от нас проводили кабели в Москву. И самое что главное, именно отсюда вещал, Яночка, расскажи, кто? Великий диктор Левитан, голос которого Великую Отечественную слушала вся страна, друзья мои, вещал именно отсюда, из Куйбышева. У нас. И поэтому Куйбышев в том числе называют и второй столицей. Поэтому у нас огромная история. Поздравляйте своих ветеранов, своих родных, близких, которые воевали или так или иначе повлияли на нашу большую великую победу. Да что уж там, просто выходите на улицу и поздравляйте абсолютно всех. Ведь это действительно одна большая победа. Ну а мы прямо сейчас хотим возвестить о том, что на этом программа «Апельсиновое утро» закончилась. Но не расстраивайтесь, следующую субботу мы увидимся вновь. А пока хотим напомнить, что сразу после нас смотрите новую программу телеканала СКА ТНТ «Горящая линия». Ну и прежде чем мы окончательно скажем всем пока-пока, Илюша, давай посмотрим наши любимые фотографии, фотографии наших телезрителей, которые они выкладывают в социальной сети Инстаграм под нашим официальным хэштегом «Вау». Несколько новых фотографий появилось за это время, и мы вот это классно. Убедительно призываем вас фотографироваться, особенно на майских праздниках. Сейчас пойдут шашлычки, загар, отдых. Мы очень ждем ваших весенних фотографий. Не забывайте ставить наш официальный хэштег. Все, я предлагаю, завязывай разговаривать, пошли на шашлыки купаться, загорать. Ребята, все, тепло пришло. Николай. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Град».